не открылся. Как это выключить нахуй? Хуй там развъебывался, где тут нахуй забанить, блять. Здорово. Насчет мочи не знаю, но что-то понесет сейчас. Славик, там что, охерел, какая труба? На Twitch иди. Я его еще на прошлом стриме отключил. Смотреть надо. Чё, блядь, чё? Чё там за высер от мобота? Так, накатил тут обнову для Кейлпича. Теперь у нас бандита 24 уровня может выпадать зачарованное снаряжение, там всякие щиты, броники и прочее. Осталось найти бандита. Так. Чё там? Так, ну трубу можно не читать, я думаю. Правильно же. Да я вообще еду, что я вообще делаю? Кто-то знает? Так, мы вайтран зачистили. Вроде как. Вроде бы. Чё, мужики, поместье? Элси? Не, я не хочу Элси убивать. Going straight through, or did you want to stop somewhere along the climbing back and we'll be off. Пойдем рядом с сосновой заставой, зачистим там эти парочку бандосиков. Вроде кто-то писал на трубе даже. Видимо, могут. Кулите, кулите. Так. Пойдем моносиков убьем парочку. Келпи, да, топ. Лучник.
Нихуя себе лучник. Это без булраша была, конечно. Пусть на дэмэдж, однако. Забагался. Надо 5 в 9 делать. Ну, стеклянная стрела, урочил. Спасибо. 5 в 9. Да, накатил. Я уже пример Славе где-то 3 раза это сказал. Да, накатил. Рестор, да. Рестор больше мы не качаем. Это бунт. Привет, Вулкер. Так, это... О, это какой-то папашка? Или мне показалось? Ну там не обоссанный был бандит, там 19 левел так-то был. Он 19. Стамины нету. Где моя передышка? Так ты играй и увидишь изменения. Наверное. Плюс отмычка. Стамина, где стамина? Кто-то видел мою стамину вообще? Где-то была вроде бы. Какой-нибудь медведь выбегает просто и все. До свидания. Всем пока. Так, нам нужно чуть больше 100 тысяч. Почему у меня маты блочатся? Или это ты так написал? Меня это смущает. Когда гражданку? Ну, когда бандиты кончатся. Кто-нибудь видел стамину вообще мою? А, понял. Я думал, у меня рутунин чат так блочит маты, типа. Стамина, стамина, да. Смотри, я просто на месте стою. Смотрите, вы вообще видите ее? Это не Реквара баганула, это бретонец под бухлом. Так, у нас есть игры? Нету, да? Маловато. Сейчас сделаем себе бутылочек, чтобы... Собственно, фармить бандосиков. Надеемся на бандита 24 левела. Надеемся, что, у нас по... что он по нам не ударит. А мы с него залутаем. А, да я не знаю, Вулкер, что-то я... Только с Карим хочется постримить. Я, конечно, понимаю, у тебя там какая-то это, да? Ностальгия по игре. Я что-то даже не знаю.
Ну, не райт, мне кажется, это не страшно. У нас не такой урон, чтобы прям ваншотиться. Мы тут бьем-то чантами. А уже физический урон. Да. Непростая аллергия. На цветение, на всю эту херню. Очень небольшой это. Нос заложен. Чисто за сникера в килпе играешь, а там культ с отражения. Держите в курсе. Пошел такой на удазить за сникера. Опа. Бандит 24 уровня. Фрикспа. Опа. Новый персонаж. Катались, это который на 75 науки будет. Ну давай. Это вообще какой-то странный чант, это отражение. Вот, ну, кто-то всерьез вообще играл с отражением, вообще хоть раз. Это же... Да. Мне кажется, его добавили чисто, чтобы добавить. Просто уже не знаю, что добавить, но пускай отражение будет. Так, нам бы до 53 стора дожить. Передышку взять. Ну, там силу жизни на сдачу. Навал, как состей не открытый. Понимаете, состей не открытый. Был бы с первого уровня, прям сейчас бы поехал. Вот, сразу же. Хотя нет, там еще надо мета с мираком терки эти. Наверное, не поехал бы. Так открой. Так закрыто. Не просто ж так закрыли. Ключа нету. Так, ну думаю, достаточно. Или нет? А пчелки у нас есть? Пчелок нет. Ладно, с когтей наварим. Так, ну что, в Рифтон поедем, наверное. Там почистим данжики. Катану нужно зарядить еще. Ладно, Вайтран, варим зелья, заряжаем катану, едем в Рифтон. Добивать бандосиков. Раздаю тут блиды своим. А чё он спал его 15-й? Оки все взяты, окей.
Не, ну сколько твой персонаж вроде получил, столько и отразится, если у тебя в топ-оценках отражение. Вроде. Что за МСМ там было? В смысле без множителя входящего? Так по тебе же сам урон, который ты получил уже через множитель входящего, увеличен. А, вот как. Ясно, хуета. Так. Блин, не взял эти. Ой. Дебила. Когти не взял. Ответить человеку, что такое келпи. Так, клыки вроде тоже. Что такое сик аркана и рота? Стоп, стоп, стоп. Обнови стрим. Значит, ты единственный, у кого 720. Лично тебя хейтят. Куда же сам гляну?
1080 сразу же. Ясно. I thought you were already on your... Yes. Трубе качество еще хуже, там, блядь. Трубе 1080, как, блядь, на Твиче 480. Yes. Да, зато пишет 1080. Главное, чтобы писала 1080, да? Да. В школе расскажете. Так, все, поехали в Рифтон. Нам нужно набить там что-то 120 тысяч где-то так, экспы. Половинка у нас есть. Ничто не может быть круче Келпи. В бан этого. Ахахахаха. Did you want to climb and back and we'll be off? You might run into some of them lizard folk. Mm-hmm. Починил, проверяй. Quite a few of them work the docks there. Not sure why. They like swimming in the lake. Maybe. Так, секундочку. Так. Что, играть на 100-800? Не знаю, посмотрим. Придется какой-нибудь херней RDD-шной играть тогда. Блин, хера себе тут ролл-чар. Модов Skyrim тупо топчик вообще. Почему не бил?
Так. Ебать, у скелетики прибежали. Да. Да те скелетки, про которых Славик, да, писал, которые пол Рифтона убили. Нет, не урать, еще ничего не находили. Нашли только скелета, который бежит куда-то неизвестно куда. Вон он. Вот бы там старый орк зареспаунился и убил его. Кёп вообще топ. Здравствуйте, Андиев. Что за мод, что за мод, что за мод? Вот, вот он, мод. Вот он. Блять, стальной молоток, где же в курсе? Че, ебанулись, что ли? Какой нахер стальной молоток? Так, лишь бы он мне тут в спину не зашел с молоточком своим. Сейчас по отдыху. Отдых есть. А, понимаю. Минус экспа, да? Твою мать, ну что это за хуйня прибежала, New Raid, блядь? Что это за хуйня за мной бегает? До сих пор бретонцем играю, да. Опа! Всего же 250 выстрелов, и я убью его. Так, мочу, мочу. Стамины нету, блядь. Мы еще не опытный паладин. Пиздец. Что началось-то? Блядь, ну ничего нету даже. Стамины нема. Я хочу больше. Здравствуйте, великодушный. Не подскажите, как сделать сборку, как у вас? И не отвечай, что у Ксандра это орки пещерные знают про фланибалы. В смысле сборка, как у меня? А конкретней? Может, тебе интерфейс просто нужен? Вообще, я играл в сборку, ну это Requiem for Balance. Там внизу, по диску... внизу есть дискорды, куда заходишь, и там прям канал называется «Сборка». И все, качаешь. Качаешь, играешь. Ну только графически она будет, конечно, другой. Это я уже сам накатывал. Сейчас весь чант въебу на этого дебила. Сейчас стамину. Ой, стамину. Чат вообще не читаю. Что-то страшно. Понимаю. В
Добавляют скелетов 1500 хп. Потом играю в это. Так я их, блин, и без аркита только чан там дамажу, блядь. 45, у меня чан 30 бьет, то есть я его лайт атака 15 бью. Тут еще аркит предлагают. Ой, двойная тычка. Себя сейчас ударил, я бы умер. 3800. Ну, кстати, вкусно. Главный вопрос, стоит ли идти внутрь? Мне кажется, не стоит. Или стоит? Чарки, да, пиздец, въебал на него. Нюрайт, вот, 24 уровня, наемники. Где, где шмотки мои зачарованные? Где? Где Нюрайт? 5 наебал. Так, ну вот и все. Пришел, наебал и убежал. Ты про Нюрайта? Нюрайта где? Срочно отпишись. Не, сзади здесь не засадят они это. По такому маршруту бегут они, там двери не открывают внизу. Это от них отступать, наоборот, надо вниз вот так. Идти по низу, там дверки открывать, ходить. И что? В смысле, так наоборот было заебись, Нюрайт, они тут все в пластине, блядь, 24-й ебаки. Охраняют там эти, блин, резиденцию Мавен. Значит, им платят хорошо, значит, у них есть деньги на зачарованное снаряжение. Пять тысяч. Так, еще тридцаточка. Да есть у них денег, у них даже в это в карманах по 25. Так, ну это арбалетчики оба, ну стрелки. Все можно рашить. Маркс, когда бандиты кончатся, тогда гражданка. Вообще, да, я хочу гражданку пройти. Лавар-лучник, вообще похуй. Почему всегда 19-й левел аут?
Нюрайт, сделай 19-м тоже что-нибудь. А, у них есть? О, кольцо иллюминации, спасибо, Нюрайт. Yes, yes. Конец, наконец-то дроп. Кольцо иллюминации. Внизу под стримом есть неожиданно это, на все эти, на все моды. Список. 19-м мы тоже что-нибудь дать это. Ну не что же, как главари, но сильные. Тут 24-го хер получишь. Это наоборот сделано ради баланса. Наконец, наконец-то, блин, кольцо иллюминации. Нюрайт, спасибо большое. Спасибо. Наконец-то лут новый подъехал. Я думал, не выпадет. А на что нам должно разобраться? Не знаю. Никогда не пробовал. Да, было бы классно прийти в зал дозора и там обнаружить кольцо иллюминации. Не, адепт. Малого не надо, надо великого хотя бы. А ты пробуй все эти лешные поставить. Я вроде пробовал, у меня пресет такой же был. Но это не точно. По-моему, я играл на схеме, делал пресет такой. По-моему. Привет, Юген. Я не заболел, у меня аллергия, у меня нос заложен. А, ты про Понитейл? Я имею в виду чисто про внешку. Стоп. Я в бою с кем-то? А, я, кстати, не знаю. А там есть... Она даже... А, да, есть, вот. Я даже не знал, что она там уже введена. Круто. Келпи-то круто, оказывается. Блин, надо будет сыграть, лол. Так, надо срочно рипаться. Блин, надо рипаться. Так, что на кого? Турана сразу же? Да, Андиев, это не актуально уже. Сиковских медведей нету. Блин, может быть поиграть вообще на изичах. Еще личом может будет стать, да? Тоже личом. Ну да, да, это я видел. Так. Круто, круто. Так,
Да, в Келпилич мод. И это, ветка. Ветка в Конжуре. Ну да, я понимаю, Юра, типа это. Тебе ветка разрешает стать лечом. Разрешает. Но им еще нужно стать. Это все нормально, логично. Дал же, Олег. Келпи огонь вообще. Сижу, не нарадуюсь. Так, у нас болячек. А, блин, только хотел сказать, а у нас есть какие-то болячки? Так. Не бог ты повесил на меня опять что-нибудь. Так, что, даже никаких мишек нету, что ли? Подозрительно как-то. Не находите? Скрафтить? Скрафтить не знаю даже. Блять, найс игра. Пиздец. И где я сейчас буду? У меня сейчас такое ощущение, будто я сейчас буду это на выходе из это из бандитской пещеры. Лощина, сломанный шлем. После полоски вообще автосейф есть? После полоски есть автосейф? Нет, значит мы сейчас. Ой, блядь. Так, на Келпи не наговаривайте, Келпи топ. Кто против, бан. Капец, сделали мод, чтобы из-за Сика не крашило. В итоге нахуй за Келпи крашит, да? Ага, понимаю. Сейчас всякие открою тут окно. На улице плюс 100 градусов. Скорин без модов. Да, земля пухом, как говорится. Блять, вот они сами под ноги лезут. Всякие лисички, зайчики, олени. Ну, вечно просто под ноги. Оп. Так, стоп. Так, тихо. Нам не туда, мне кажется. Там какой-то А, там дозорный стандарт, да? Говно же этот таранаха.
Дозорного на тронах разъебал. Там сзади еще паук. Рифтон, блядь, Рифтон. Обычно. Так, ну, я вам так скажу, я хочу лут дозорного. Возможно, даже и стражника. Так, ну котики бессмертны, они их убьют. Они его убьют. Опа, плюс соль пустоты. New Ride. Доколе дозорный стандарт будет сосать. У Славика скелеты убили его, блин. Тут не может Атронаха убить. Сколько это терпеть? Туран, Дейдер, поклонник. Что с чего? Пошел Малакбалу молиться. Что такой наивный? Думаю, что он пошел дом с привидениями зачищать. Лароведов порвало. Блин, ася ауру не закинул. Помните, да, сиковские мишки по сколько били? По 80 в блок. Облегчение, да-да. Расскажешь это остальному 90% игры, блядь. Остальным. Видали, как могу? О, видали, как могу X2? Да их и до этого апали, у них перки кинжалов. Они ебут. У них и так там по 500 хп. Единственное, кого орков надо было апать, это Гунзула. И главаря в Рифтинской башне.
Все. Это окорки забафаны. Так, ну там у нас за башни. Так, я сейчас только что увидел 170. Мне не нравится эти... А, опять в тронах. Знаете, как-то не очень приятно видеть цифры по 200. Ты такой лутаешь бандитов, а там по 200 кто-то кого-то. Ну, у Бивня этот, главарь-то бандитов. Интересно, что Бивни, Гунзул этот, который бритву охраняет. Если ты его вообще не апнул. Ну, вроде это, в РФА апнули. Да, в Бивне главарь, и здесь сторожевая башня Рифта. Там на самом верху сидит, ну, орк обычный, безымянный. Но дело в том, что он как бы главарь этих орков. Но сам не апнутый вообще. То есть он как бы обычный. Обычный бандит-орк. Там сотка хп, а у него эти охотники там по 400 бегают внизу. Блять. Хуй та сагралась, походу, на меня. Блин, эта хуйня там стоит все еще. А, уже апнул? Окей. Два четвертый бандит. Так, где мои зачаренные вещи? Малого колдовства. Ух, е-е, пог, пог, погерс. Так, малое колдовство плюс перчатки кулачника, да. Мое, изи. Мини-старый орк. Понял тебя. В Бивень идем перед Тураном. Или после. Причем добивание не включишь, потому что это дисбаланс. Орков я там не чистил еще. Сейчас вы пойти чистить тех, у кого блиды есть. Бивень закрыть до 30 уровня, там ключ просто. Вы не шарите. Орочи форт закрыть до 30. Это не потому, что я боюсь, он просто закрыт реально. Блида чистый урон. Защититься можешь только регеном больше, чем урон от блида. Он даже не абсорбится. Че по экспе? О, 10 тысяч осталось.
10 тысяч, игра пойдет. Темно, да, уже? Хас вроде ничем не режется. Так, что там по этому патронаху? Блин, этот урод убил моего мишку. Блин, а котик-то не такой прост. Воскрес. Грац. Немногим удается. Да, эта херня там сидит еще. Угу, на снега, да. Так, здесь волчатки надо. Надо 10 тысяч как-то безопасненько нафармить. Тут три волка должно быть. Какой мод лучше? Келпи? Что там за блиды? Волчары там кого-то душат или там что-то поопасней? А, нет, не буду вырубать. Так, что, может, какой-нибудь мишка найдем? Мишку какого-нибудь. Не, внутрь я не пойду, там два мишки. Ну их нафиг. У них там блит под сотку бьет.
Кем играешь? Играю паладином в тяже. Фармим бандитов. Получаем экспу. Качаемся. Криками не пользуемся, потому что у нас их нет. Сложность 1400, если тебе о чем-то это говорит. Не легендарная. А сколько New Ride? Ну там по 20 бьет. 20 на 5. А сколько? И ты меня троллишь в это входящим уроном. Три этого котика, скорее всего. Ну не сотка будет, а сколько? 80 или сколько, блядь? Ну. 16 на 5, а не 20 на 5. Ну, разница вообще большая. Что за разбойники? Ну, тут это... Они изначально дружественные к тебе. Нападай только, если ты берешь квест там у этого челика, который на дороге сидит. Именно поэтому за них не дают экспы почти. Блин, 7 тысяч надо. 7 тысяч. Где бы насобирать это без вреда для здоровья? Сейчас 50 рестора, игра пойдет. Сразу со стаминой проблемы забудутся. Будет подстраховочка в виде силы жизни. Да. Последняя обнова, когда качаем рестор. Рестор рип. You're lucky. Bandits attacked and ransacked my camp is nearby in the ruins of Nelka. Get me there safely. Кстати, да. Если рипнуть, пойдем будет гвардом по-любому. Опа, две мерзкий лук. Здарова. Ой, полторашечка, нормально. Говорят, может какая-то шмотка заролится?
А, вот, медный обруч. Ну да. Тут говорят, что-то может зарулиться с этих челиков, это, вплоть до посохов. Ни разу их не лутал. Сейчас буду. Ну да, да, есть. В келпе, скорее всего. Да просто спроси там что-нибудь, не врать где-то. По-моему, блин, я не знаю, где он закреплял пост. По-моему, он закреплял где-то пост. По Блэкгварду. Гарду, гварду, блядь. Ну, типа ветка темного паладина, можно так сказать. То есть ты не можешь брать там вампиризма и прочее. Прям в свои приколюхи. Пять тысяч надо, 5000. Ой. Форты не хочу чистить без 50 рестора. Пройтись чисто волчков пофармить, что ли? Потому что мишка зарандомится. Давайте так. Тут вообще копейки осталось добить. Нас там не заразили? Опять, блядь, ёбаная подагра. Чё она даёт вообще? Чё она вообще даёт? Минус мол спит, что ли? Так вообще похуй. Минус дамаг, да мы всё равно чантами убиваем, с ядами. Пихуй. Так, F5. Почему никто не напоминает? О, кутилы. Опа, продал. Так, Мишаня есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Павукан есть. Так, всем пока. Всем пока. Да вы снайпер, уважаемый? Да вы снайпер, блядь? Уважаемый паук, вы снайпер? Представьте, если бы этот паук играл на ОДС за лучника. Ой, блин, что началось-то? Душнилово. Не дают добить буквально вот, ну, копеечки экспы. Блин, террасы без этого. Yes. Right. What do you need? Where are you headed? You just enjoy the fresh air and leave the rowing to me. Дает возможность стать личом после того, как ты убьешь ебанутого босса.
А, мы сейчас... Может, сейчас в этом... Парочку бандитов убить. На складе Рифтона. И в этого спуститься. Да, сейчас здесь добьем, короче. Да, да, спасибо, словарь. Все интересно. В смысле сотого уровня? Here, take this. It's all I can offer you for what you've given me. It is our most favorite. Look, I don't think I should. Okay. You can't get inside. When I meet Sarthas there, he's usually waiting for me outside with his bodyguard. Что удачи? В смысле? Так, все, я на склад не иду. До свидания. Все, я не иду на склад, не пох. Склад закрыт. До 30 уровня. Обнова вышла. Склад закрыт, все, склад закрыт. Да, куда идти? Склад закрыт. Некуда идти, колдун, закрыто. До 30 уровня. Починул, читай, сборки. Нет, не пойду. Там мутантов поставили каких-то. See if you can drop in on this dealer of poison and convince him to close down his operation permanently. Всё нахер вас. Не пойду на склад. Почему дверь открыта? Я здесь был, что ли? Почему дверь открыта? Не был. Так, блядь. Не, нору я не боюсь. А вот склад я не пойду. Там какую-то имбу наставили по-любому. Блядь, что-то страшно немножко стало. А вдруг ему перки рукопашки дали, блядь, я откуда знаю. А вдруг у него перки рукопашки? И у него миллион урона. Да какой склад там закрыто? Ключа нету. Перегруз эти ваш. Так, нафармили целую полторашку опыта. Может меньше. А что, реально на склад идти, умирать?
Да я хотел в муравейник пойти. У нас перегруз. Что, Юрий? Новое слово увидел, услышал. Смешное. Пойдем продадим это барахло. Да блин, я в муравейнике не набью столько опыта, по-любому. Ахаха, черри пропустил. Он меньше 10 стоит, значит не подбираем. Я хотя бы длинный шаг. Стоп, а я могу купить его? Он же новичковый. В Айлендере будет. Ай, дожить добежать до торговца, доковылять. Нет, не спрячу. Еще немножко. F5. Ну что, на склад придется идти, что ли? Я все равно муравейники не добью экспу. Но объективно. Я тоже не знаю, что там складе. У этого New Right, я знаю, что он тебе запихал. А ногу на склад. Там два бандита, ну, было. Было два бандита. А, до встречи. Там молния была. Я слышал молнию. Здорово, мистер Фаербол. А, 19 левел, 484 опыта с фаерболами и молниями. Девятнадцатый левел. Фаербол, молния. Кстати, видели, да, фаербол на 48 урона? Да-да, я.
Да, накачать. Когда ты входишь в данж, на тебя уже с булавой бегут. И уже замахиваются. What can I do for you? Good journey to you. Speak. Well, I... How can they... My heart goes out to them. If only our... It's nice to receive good news, then there's no time. The source of... Do this task for me, and you'll be... Good. Report back to me when your task is complete. Looking to protect yourself or deal some damage? Legendary Argonian craftsmanship. If you need any more smithing work, come see me again. Take my advice. Блин, 3000 надо, ну ё-моё. Что за душнилово? Не хочу никакие данжи чистить без этого. Там форты остались. На форты хотелось бы уже сауры пойти. На стаминку. Что-то против ЛГБТ имеешь? Так, 270, 165. И? А, ты не умерла? 380, ух, бога. Так, что-то мне подсказывает, что нам не хватит. Все равно. Конечно, не эксперт. По-моему, нам не хватило, да? Это, по-моему, не 3000 было. По-моему, здесь было меньше 3000 опыта. Это бот топ, почти как Келпи. Пойдем зверушек тогда посмотрим за Рифтоном.
Exotic ingredients, I have them all. Is it absolutely necessary for you to bother me right now? All meats guaranteed, clean and free from rotting. Так, глянем, что там за это. Случайная встреча. О, бандосики. Ну, это прям это. То, что доктор прописал. О, 1300. Вкусно. Неужто хватит? О, да. Это карабейник. Да, легко. Система Крестора. Ну так. Можешь пойти смотреть на Twitch, там Рутони чат все сообщения сразу же доставляет. Может лучше продолжить стрелять на трубе, кусать кактус. Правильно же. Правильно. О, Мишка, слышу. Слышу Мишку. О, сморки. Ну что, едем рестор качать. Наконец-то, наконец-то. Straight through, or did you want to stop climbing back and we'll be off? Все привилегии на Твиче. Я не знаю зачем челы сидят на трубе, когда есть Твич. Топ смайл, лучшее качество. Рутони чат пропускает все сообщения, ничего не багается. Не, я буду сидеть на Ютубе. Нет, это Ютуб только чисто. Сборка сама ставится на чистый Скайрим. Вау, вот это смайлики. Шокус. Топ смайлы Ютуба.
Так, поди еще ложи сидеть в таверне сейчас. Come on in. Let me know if you need anything, or take a seat by the fire and I'll send someone over. Здесь у нас полтергейст, ничего нового. The only people. My but well, you've come to the right place. I suppose I should return to my papers. Ты чё бакуешь? Даже 8 тысяч было. What a fascinating time to be alive. Mark me, these days will be remembered long after we're gone. If you love him, well, you've come to the right place. All right then. Так, берем передышку. Фиксирование сил жизни. Fletching suits me. It's difficult and sometimes tedious, but a well-made arrow strikes forth like the fury of a god. Так, тогда сразу продадим лутецки, пока мы здесь. А, привет, Андрей. Да, воин света. Сборка мне нравится. Ну, в next обнове там пролетит анальные нервы, как обычно. Рано или поздно любой девелопер начинает лысеть. А пока что нравится. Так, сейчас мы будем играть через уже через Джулианаса. А Катоша нахер сейчас, потому что у нас стамина будет с передышки, и можем взять Джулика. Опа, стамина кончилась. А стамина есть. Чтобы продать лут. Ёбаный в рот. Блин, что-то многовато, по-моему. Опять с иллюминацией. То самое. Как же много лута. Так, что нам не нужно? Жиртроли нет. Рахвампира нет, сердца нет, соль тоже. Я до обнова там был. Но хотя я кого-то босса ставить, это в next сборке скорее всего будет. Вечера. Блин, я от Андрея вообще даже ни разу
третьего Ведьмака даже простого не проходил. Говорю уж про хардкорные сборки. Я не знаю, я постоянно дропу, я пройду там, знаешь, какую-то ветку типа барона, и все, я уже наигрался. Ни разу так и не осилил даже полностью игру. Возможно, не спорю. Welcome to the winking skeever, friend. Let's sate that appetite, hmm? Вообще надо бы пройти, хотя бы посмотреть, что там. Может, реально вместо этого вне стримов поиграть в Ведьмака, хотя бы обычного. А то мне играть не во что. Можно, кстати, попробовать. Что с WoW? Ну там конец патча, играть вообще смысла нету. Какой смысл вообще в WoW играть сейчас? Там конец патча, там хуй кого догонишь уже по развитию. Падлу. Ой, селефийский боевой топор Бурана. Шок. А Shadowlands еще не вышли? Они же не вышли. Так, стопы от рецептива потерять. Ни за что. Remember the winking skeever next time your foot's sore. If you're looking for a challenge, you've come to the right place. Как предлагаем, там какая-то это... Файтинг какой-то. Так сказать, контент ненадолго, мне кажется. Ну, для стримов я пока что другие игры не рассматриваю, потому что, ну, мне нравится пока играть. Скоримич. Сидим, играем по лодосику. Меня пока что все устраивает. Над билдом думать не надо, просто берешь паладина и все. Капец. Welcome to take a look. Проблема персонажа, который качает спич. Тупо хер что продашь. Тогда денег не будет. Пец. Блин, мне нравится чел, он сам приходит за монеткой. Не надо никого искать. Так, ну уже скоро сможем передвигаться. Спичем баннерфи, да, согласен.
Welcome to the... Take a look. А что, что это они спич качают? Херели. Так, это мы разберем. Ой, сколько скума. Ну тогда, хорошая ванильная прокачка интересна в некоторых аспектах. Знаешь, пользуется. А как ты будешь какую-нибудь там тяж качать? Под крабами стоять будешь неделю? Так, это зелье можно Так, Биви надо ставить. Ладно, похер на эти камни. Уже лень продавать. Да золота мало у них, лень. Так лута на 20к вышло. Нормально. Че, пойдем сейчас тогда эти хафингарские данжи чистить. Что делать? Тогда пушку зарядим сразу же, потому что она разрядится 100%. Когда диджа? Никогда. Смотрите, как регенит стамина. Смотрите на стамину. Смотрите на это. А почему убьем, ну, несчастно? Зачем сейчас нам убивать? А где наша вампирша? Спит, наверное. День все-таки. If I needed something from you, you would know. Of course. Be quick. It would seem so.
Так, пойдем посмотрим квесты, может там квестики дадут. Я не знаю, нужны ли нам контракт уже на этой стадии игры, когда у нас там 70 спича. Ну, можно и глянуть. Топ. Доска-то здесь. Побежал куда-то. Железное убежище, это хорошо. Нет, ладно, погнали. Погнали бандосиков бить. Ладно, 4 бутылки хватит. Все, скорее всего, бутылки только на форт выпью. Что много соперников. Остальные данжики так. Потому что играем через бухло. С бухлом похлебки не работают. Так, тут недавно точку нашел, про которую давно очень много времени не знал. Да. Такие же данж-лист, почему, если кто-то знал, не написали об нем. Почему? Так, на единичку. Да, секреты РКВ, первый выпуск. А вы знали, что... В тюрьме Хелгена есть дейдерический кинжал. Все еще есть, да. Можете пойти сами, блять, проверить. Я вам что, тут шутки шутить буду, думаете? Максимально серьезно.
Забулрашился. Бывает. С жуликом приятно играть, им много маны, есть реген. Можно подхиливаться после каждого бандита. Customizable UI Replacer. Ой. Так. Блин, хотел же этот взять. Единый шаг посмотреть. Ладно, next раз в городе будем, надо обязательно глянуть. Сейчас перегруз будет. В ректификаторе. Внешники ректификатора. Да-да-да, магия крови. Сейчас я выучу. Вот имба, да? Тратишь хп и ресторишь хп. Жаль, рестор не работает, но это уже это другое. Ну да, да, ты нас... Ну как у тебя в правой стороне написан ESP-шник, так и вписываешь его. Полностью название. Без решеточки. Получается так. Где лол? Где лол? А на самом деле все настолько просто, что вообще... О, отдельный канал для экспертов, это хорошо. Теперь всякие белые ники не будут туда писать. Замечательно. Ну это понятно, я имею в виду вообще это. В принципе, зеленые и синие ники не особо-то отличаются от белых. Я нет.
Кстати, когда уже сделать, что при поднятом щите будет работать защитная стойка? Имею в виду, чтобы не идти шагом. Когда ты поднимаешь щит, ты идешь как бы шагом, да? О, 24 левел, взрывные болты. Сейчас объясню. Плюс шмотка сейчас. А, 19-й. Чуть-чуть, какая шмотка? Нихуя, ясно. Короче, кто-то тестил, да? Если у вас не взят этот перк, защитная стойка, да? То вы при поднятии щита медленно идете, да? Ну, шагом. Ну, из-за того, что вы идете шагом, да, как бы, оборонительная стойка не работает. Потому что вам нужно идти именно через капслог, да? То есть скорость то же самое, но... В одном случае перк работает, а в другом нет. А скорость абсолютно такая же. Тебе нужно лишнюю клавишу жать, чтобы не было урона дополнительного. А скорость абсолютно такая же. Ну, вот я спамлю капслог. Вы видите изменения? Ну да, это бег со штрафом, да. Найс механика. Просто как игроку смотришь на это и охуеваешь. Чё, блядь? А в чем разница? В чем разница, да? Кольцо истинного удара? Надеемся, что когда-нибудь выпадет нормальная шмотка. Кстати, кстати, нормальные болты такие. Так, ну что, форт? Бутылочек выпьем, врагов много. Ой, ебать. Еб. Чё нахуй молотком поебал, не получил. Дай сыграю. Чисто из кустов молоток вылетает, нахуй. Чатик не читаю пока. Ёбаные егери. Сука. Окей, не урайт, окей. А после того, как я по ДГМам на него килл напишу, мне надо будет загружаться.
just stand still. Ты все щит оставил. Ну, я бы сказал, девелопер мне сказал брать щит, типа, ну, приказал буквально. Да-да, сейчас. Молоточники достали. Все, что по шмоткам у тебя? О, жерель здоровья. Вот это уже интереснее начинается. Тоже что-то интересное начинается. Жерель здоровья. Из ниоткуда. Сейчас, конечно, боссов без ТГМа убивать. Лол. 24-й. Плюс лут. Мне вот такие же эмоции испытываешь, когда я с рандом лутом играл. Ты зачищаешь данж, и тебе прям интересно, а чё в сундуке там, чё в сундуке? А тут интересно, чё в бандите, вот чё там в бандите, чё там? Физкий меч электричества. Блять, два шлема на изменение. Я, конечно, собираюсь в Арктусе играть, но не настолько же. Ни хера не видно. Арктус топ, ты чё, лол? Для паладина вообще топчик. Для длинного шага, ну, блин. Кажется, проще будет вообще шлем снять, чтобы было меньше веса и монокоста, да? Тест саба провален, не райт. Там сабы, не сабы. Преимущество сабки. Надо под стрим написать преимущество сапки, там вас бот не трогает. Ты такой вписываешь, вырубай нахуй, тебя, блядь, банит. Так, что, сейчас едем в Альскиге, потом в этот. В Альскиге кораблик. Как там он? Слеза сироты вроде. Офа стрим, да-да-да.
молодого борца. Это явно не то, что я хочу видеть. Малого удара. Погнали дальше. Так, у нас аура спала. Все молчат. Почему я должен следить за своими бафами, а не вы? Он же только что здесь был. Ну, котик подушит. Блин, нахуя себе у меня блок нахерачил. Блять. Слышу, за спиной кто-то оружие достает или выбирает. Вася, кошаки душат. Смотри, крыша падает с героя. Кайф. Троллите, блядь. За Конжуру тоже играл, блин, пиздец. Призраки этих, духи этих троллей, медведей стоят на лапах, там кричат, орут. Все что угодно делают, только не бегут драться. Бафов нету, ладно. Что за квест горит? Из глубин. Нет, пожалуй, нет. Да вы егерь, молодой человек. Вот он там носится. Разве руны нету? Вроде какая-то должна быть гадость там. То ли ловушка, то ли руна. Не помню. Что-то там было. Ну да, я помню, что там есть.
Какая-то гадость. Что-то не забулрашился. Десятый, третий. Там раскрутками бьешь. 19-й. Так понял, кто-то очень хороший убрал шлемы, да, у драугров за единичку. Есть там шмоток. Ебать, взрыв полностью зачаренный вообще бандит. Посмотрите, кроме шлема. Тупо фул зачаренный. А, ну ладно, еще броня. Ладно. Не фул. Вот, колечко интересно. 80 переносимого веса. Почему бы и нет? Чисто из данжа выносить. Тут ничего нету. Ну, колечко, конечно, не поможет. Уже больно здесь много лута. Эх. Все. На этом путешествие закончилось без перегруза. Надо сейчас не забыть длинный шаг посмотреть. В принципе, по джуликам можно какое-то время даже это без перегруза походить, пока мана не кончится. Работает, но я не хочу это использовать. В игре же есть, ну, способ бегать без этого, без перегруза. Это изменение. Качай изменения. Я вот изменения не качаю, я хожу шагом. Лайфхаки. Я туда. Чарка, да-да-да. Ну, вообще, если играть с КГО, то там выпилен обуз силовой атаки. Там ты не передвигаешься. А потом длинного бега, да? Вообще, если со старта качать рестор до полтинника, там можно, ну, 600 переносимого веса вообще изи таскать. Трансмутация с двух рук до длинный шаг и все там.
Все, почти выбрались. Сейчас на кораблик поедем. Может, по пути еще какой-нибудь тролля встретим. Я разве сказал рестор? Я же сказал изменения. Бьешь бота, ну давайте посмотрим на это. Сейчас схлестнутся два интеллекта, Юрика и искусственного. Битва буквально. Ух ты, написал вырубай с другой буквой. Вау. Вот это ты умный. Так ты ее не наебал. Если бы ты ее наебал, то она бы тебе ответила как сабу. А так она тебя вообще даже не признала. Ты для нее даже не ансаб, понимаешь? Ты никто. Она тебе даже не ответила, она тебя заигнорила, понимаешь? Она тебя даже проигнорила просто. У меня сила жизни была не на бинде. Надо с этим что-то делать. А, у меня лошадь забагалась. Так, ледяное привидение, не хочу связываться с ним. С тремя. Блок злит. Привидение на горизонте. Я упал с какой-то большой высоты или что? Я с какой-то большой высоты упал. Ай, блядь, началось нахуй. Минус коняшка. Ну, данж с бандитами откладывается. Даже надеюсь, он меня не догонит. Да не, минус 6к, минус дохуяка. Потому что там еще лут был. Там минус триллионка.
Чё, блядь, бандиты. Они сейчас отвлекут ее. Да, в смысле грузить? Я не буду грузиться. Привет, Кварва. Я не буду грузиться, но лошадь упала, разбилась, что делать? Это ладно, там прохождение за орка, лошадь умерла из-за бага. Что камень задело упавший. Я просто не понял, там реально была большая высота или что? Я что-то внимания не особо обратил на это. Там была какая-то большая высота. Ну тогда да, на орке, на упавший камень. На ловушку упавшую. Там еще ладно, за баг можно. Ну сейчас посмотрим клип. Я что-то это, кстати, даже не обратил внимания. Как давно играешь в Skyrim? Ну давно. Я что, считаю, что ли? Там 350 вылетело вроде. Сейчас гляну клип, что там. Вы же клип тот скинули, да? А, у меня лошадь подпрыгнула. Я понял. Она у меня вверх телепортировалась. Ясно. Я съезжала с камня, и она подпрыгнула вверх. Добрый день, добрый день. Чел, просто напиши в гугле, как создать канал на ютубе. По вашему запросу ничего не найдено. Вообще, да, если ты пишешь с Ютуба, то у тебя как бы уже канал создан. Все, что тебе надо, блин, зарегистрироваться, по-моему, нет? Думаю, здесь уже можно подождать время. Никто не убьет, надеюсь. Привет, привет.
А если купить лошадь новую, в ней будет инвентарь старый или нужно восстанавливать именно? Эксперты. Восстанавливать. Понимаю. Work hard for the future and leave the past be. That's what I'm here for. Good enough for me. It's the one with the saddle. Блин, здесь такая лошадь медленная вроде. Да 6000 похуй. Что с лошадью? Что-то явно, мне кажется, что-то конфликтует явно. Ладно, уберу на лошади ретекстуру этот. А сколько у него хп, кстати? 500. Достойно. Ой, не в ту сторону выбрасываю. Стоп! Где катана Турана? Вот. Стоп! Я запутал. Все, вот. Вот теперь правильно. Как же сложно. Я вроде что-то едет нормально вроде. Так. Где там наш тенегриф? Блин. Блин, воды конфликтуют. Надо выбирать ретекстуру этот на лошадей. Лошадь болеет, не обращайте внимания. Лошадка болеет. Некстрим вылечится. Нет, это не пойдет. Блин, тут тоже не лучше. А, третьего лица едешь, не замечаешь этого. Что такое? Не знаю, давайте посмотрим. Может, она болеть не будет? О, лошадка не болеет. Лошадка далматинец. Spin you alive.
Диджи не здесь. Диджи не тут. Прям вообще не тут. Чел, ты уже на Ютубе пишешь, это и есть твой канал. Алло, начнись. Ты не можешь писать на Ютубе, если у тебя нет канала. Твой ник это и есть твой канал. На Твиче, да-да-да. Что такое Твич? Кажется, танки стримить будет. Так, поехали в этот. Нет, нет, не в грот сломанное весло. На слезу сироты. Кстати, Нью-Райт, а Дрёгов больше нет уже? Нью-Райт, слышь, ты тут? Нью-Райт, слышь? Прием, раз-раз. Ну и заебись. Хотя мне нам, по-моему, вообще похер, что там эти древки есть, нету. У нас 63 магреза. Почти кап. Почти кап магреза без паладинского перка и без изменения. И без бутылки. Найс, что сказать. Можно вообще любую бижу брать, как только захочешь. Можно даже побегать в божественном Голдуре. Тупо статами обмазаться. Нихуя себе. Найс, котики. Не стал силу жизни до конца сливать. Ждал до последнего. Найс, собрали зубы.
Саблезубый огонь, как Келпи. Опять кого-то сбил. Так. А, у тебя теперь арбалет, Нью-Райт? Ты что тут наделал? У него давно арбалет был? Кстати, нож с меч героя. Я у него никогда арбалета не видел. Какие-то морозные болты. А, ты еще пинету его этим, да, кошакам накинул. О, модок надо заслужить. Ну да, ты уже что-то толстовато уже. Хуя себе ты. Могёшь. У меня бандиты сломались опять или что? Почему она стоит? У меня такой в башне баннермист было. Давайте загрузимся, посмотрим. У меня игра зависла. Все ясно. Нажал F9, проверяйте. F9 пофиксили. Пофиксили F9 на корню. Ну теперь точно должен разбагаться, потому что я перезайду в игру. Я, конечно, этого не хотел. О. С кем я в бою? А, точка на экране появилась. Чё? У меня худ слетел. А, enemy markers, смотрите. Смотрите, отключено. Маркеры отключены. Маркеры отключены. Если что. Понимаю. Раб убийцы, на которого это даже... Маркеры не так работают. Две жемчужины, лол. Хуя себе.
У Кравика это двойная атака, он два раза бьет. Ну, босс краб на острове. Главашка крабиков. Вообще изи ваншотнет тебя. Так, ну поесть с Хафингаром закончили. Остался только данж гильдия воров и... И супер данж с бандитами. Ну туда пока что рановато. Так, что, поедем в Рифтенске эти чистить форты? Ну да. Так, что у нас по пушке? Надо заряжать. О, и сразу же посмотрим тогда этот длинный шаг. Нам некогда скорбить лошадках. Надо это... Устранять бандитскую угрозу в Скайриме. И думать, на кого идти дальше. Вот я даже не знаю, на кого дальше идти. На паровых изгоев, которых блиды по 150 кп сносят. Или сразу на драугров. Ну, гражданка это драугры. Ты же понимаешь, что... Нужно пик пройти, нужно ангарунд этот... Ой. Ангарвун, блять. Ну ты понял. Да, на великан. Карваньюн, во. Но они слишком жирные, кварвы. У меня нет такого урона, чтобы их убивать. Нужно по 50 ядов на каждого. На мага-то вообще насрать, как бы. У нас кап к этому, блядь. Кап к магии уже. С бутылкой кап. Можно зачарить там что-нибудь. Щит на электричество, а выпить бутылку. У нас вообще будет там миллиард резистов. На мага так-то пофиг. Проблема в бандосиках толстых. Ага. Проблема мага в том, что там не только маги. Там бегают челики с секирами. Замедляющая аурой. И невидимые эти клинки ночи, у которых по-любому есть перки кинжалов. Так бабки не ходи. Обычная LE, я не знаю какая версия. Она здесь пишется? Вот, 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 вот версия. Скрин, скрин, быстрее, быстрее. Разумеется, такая. Длинный шаг. Сосать длинный шаг. Тебя нету, да? Или есть? Есть. По 70 оверфап. I have so very many ways to deal with people. Very few of them pleasant.
You're trying my patience. It would seem so. Ой-ой-ой, как все печально, как все печально. Очень быстро мана улетает. Ну что, перков нету. Это очевидно. Надеюсь, заскринил в БМП. В БМП формате, на телефон. Ну да, под Арктусом хотел. Ну просто Кверу сейчас перков нету, понимаешь? Арктус это потом. Сейчас приоритет взять 75 восстановления. Сука. Это был троллинг. Урсфат. Это был троллинг. Поехали Форт Гринвелл, потом этот зуб Фалдара, Тревская, как-то так. Пару бутылочек взять. Давайте возьмем пару бутылочек. Так, Славик, быстро на Twitch, блядь. Быстро на Twitch пришел. Покупные, я же спич качаю. Раз таки два и купим. Да, качаю спич за уроки до 90. Проблемы, что ли, какие-то у тебя? Лжи, Олег. Тебе какие-то проблемы с этим? Да, да, да. Славик, блядь, пиздец. Славик лошара в натуре. Даже не может написать это. Ой, все. Аж стыдно стало за него. А то, блядь, не пропустит, да? Да уж, Славик, не ожидал от тебя. Бедные эти, блядь, ютуберы. Как же их гнобят вообще, даже сам ютуб их гнобит. Запрещает писать слова просто. Да-да, уродовать. Ты слышал про такое понятие, как вкусы? У всех они разные. Прикинь. То, что нравится тебе, не факт, что нравится всем. И наоборот. Повзрослей. Так, винишка.
Блин, ты Кверу чуть с него этот 10-минутный этот тайм-аут не снял. Если бы ты его смог сейчас пробить. Ой, чё, Славик, с Ютуба вернулся? Как оно? Как живется, когда тебе запрещают писать слова? Как живется с кляпом во рту? Ответьте, что такое келпи. Так, лжеолег, выдайте нахуй это. Лжеолег, ты долбоёб? Не, ну я, конечно, ответ знаю, но... Спасибо, тиран. Так, Славик, я могу это произнести, я могу это написать, но... А тебе даже YouTube не позволяет этого сделать, понимаешь? У меня-то есть выбор. Я могу это сказать, написать, но получить бан. А тебе YouTube даже запрещает это делать. Он тебя сам нахуй сразу же. Ограничивает. Уяси, ты резвый. Увидели, как он бегал с арбалетом? Пиздец. Нельзя говорить два слова, и этих слов намного больше. Кстати, на Фалмер с щитом Аурелия мы пойдем в конце выпуска. Ну, чисто New Ride попросил протестить. Я буду делать сейчас другого сейва, чисто посмотреть, падает ли лут, он попросил. Так, чисто посмотрим, чё кого. Чисто новую игру создадим. Так. Нужна лошадка и амулет против ядов. Смотрел же, Олег, там это, без шуток, может отлететь, потом не обижайся. Пятнадцатый, ух ты. Что-то у нее ничего не было. Достаточно. Блин, я дебил, я не взял. Или у меня есть? Стоп. У меня есть защита от яда, окей. Сейчас бы пошел. Защита от ядов есть, а маны уже нет. Так, ладно, у меня лошадки были вроде бутылочки.
Они же за мной не выйдут? Они же не выйдут. А, у меня даже с собой они были. Рафланы баллы. Что у нас к яду? 95. Нормально. Думаю, пойдет. Три часа? Тебя на три часа забанило? БМП. Лучше на телефон с фоткой. Готово. Настоящего отражения. Наконец-то топ-шмотки подъехали. Помещение будто у меня FPS. Нормально вроде. Ожерелье настоящего удара. О, отражение, да. О, отражение, это именно оно. Блин, опять силы жизни на бинт не поставил обратно. Мне кажется, это меня погубит рано или поздно. Даже написано физического урона. Та, сила жизни, Пеппи Хэнс. Славик, быстро, блять, на Twitch пришел. Не беси меня. Интересно, посох молнии чисто. В смысле? Так какого хера ты здесь пишешь? Ты что, будешь? Я тебя сейчас и здесь забаню. Спасибо, Юрий, спасибо. Мне, кстати, больше всего поражает, что люди некоторые ставят дизлайки и думают, что это как-то может навредить. Хотя дизлайки в полное, ну... В той же мере продвигают видео, как и лайки. Ах. Если вы хотите насадить стримеру, лучше вообще ничего не ставить. Даже лучше не комментировать, потому что комментарии тоже продвигают видео. То есть вы сидите под видео, срете, и вы помогаете человеку, который сделал это видео. Продвижение видео.
Ну да. Разве это никак не влияет на продвижение? Не, ну донат с оскорблениями, да. Это лучшее. Да, у меня все зрители — это исключительно взрослые, успешные люди. Ну, я про сабов, разумеется. Юрий, всегда есть исключения. За ЗОЖ в плане. Ну, я не пью, не курю. Но я не ЗОЖник. Соль пустоты. Not bad. Опа, сейчас как длинный шаг заюзаю. Сейчас как заюзаю. Опа, перегруз, да. Опа, нет перегруза. Ну, с такого коротенького данжа хватило маны. Ну да. Он, если Юрий скоро сдохнет вообще, блин. А вроде не курит, не пьет. Колено скрутило, блядь. Встал со стула, да, и в глазах потемнело. 20 лет. Павукан. Я чего выложил? Квест найти ожерелье от яда. У меня же его нет с собой. У
А что у нас пропадает? Какой эффект? Алтишку. ХП плюс ХП. Блин, там кто-то дерется уже, паук с кем-то дерется. Нихуя себе у него дэмэдж. Я умер. Ебать, я даун! Ебать, я даун. Всем пока, лицо, рука. Ебать у него урон. Плюс темный паладин, да. Ебать, я даун. Не, ну это чисто моя ошибка, я даун, сори. Сколько он уебал? 100 в щит, да? Он же сотку мне уебал. Да, прикольно. Ну пойдемте тогда этого посмотрим. Призрака Фаунера. Да просто 30 левел. Я что-то пересрался, когда он мне ударил в щит на сотку с прыжка. Я что-то вообще запаниковал. Пизда. Короче, понятно. Удачи, щит взять вам. Да, удачи вам щит взять. Хотя 1500, блядь. Видите, да, этот дэмэдж. Да, удачи щит взять. Так, ну щит у Риэля есть. 38 тысяч экспы. Нормально, чё? Чё он вообще даёт? Вроде абсорб, да, был? Бать, и описание охуенное, просто все видно. 20 абсорба, 25 огня, 15 блокирования, ну, то есть минус чант. 5 хабургина. Зачем? Зачем еще раз его убивать? Да мне кажется, он щитом только должен быть, нет? Мне интересно, его рестор вообще дамажит, нет? Вообще не снимай мелкие шрифты в описании, если само описание большое. Ну сделают большой шрифт, ты, блядь, увидишь там, блядь, половину. Чё дальше?
А. Перегруз просто. Ну, меня паук убил, я даун просто дебил. Ты не видел, что ли? У меня, короче, в щит прыгнул на сотку урона. Я что-то запаниковал, начал бегать, и он меня еще раз прыгнул, на меня догнал на изичах. Как стоячего догнал и укусил просто. Его рестор вообще бьет, нет? Так, у него. Есть ли у него РДД атаки? Ну, вообще, глядя на его скорость передвижения. Да, понятно. Сколько у него мувспида? 10 тысяч? Так, ну тут-то понятно все, да. Эх, вот бы 20 лайта. Я тут. Грац не врать, а мы умерли уже. Ждем Благварда, блять. Гарда, блять, хуярда. Здесь вообще за. Короче, понятно. Надо было сразу это целое написать все. Как обычно. Не, у него муспита, конечно, это пиздец. Сука. Сейчас он догоняет, да? Сколько у него? 100 тысяч муспида? Он меня в лайте догоняет и еще успевает бить. Не, ну меня выпал. А, через раз. Ну сейчас второй раз давай убьем. А он еще хилится, да? Он хилится? А, у него же щит, блядь, чё, ну конечно хилится. Ну, два раза выпал, мне два раза выпало. Мне два раза щит выпал, не урает. Не знаю. Благардом завтра поиграть, что ли? Десятый уровень надо. 10 захваченных душ. Шок. Блин, надо здесь сейв сделать. Ну там лукер моя ошибка, я просто не ожидал такого урона в блок, там сотка влетела. Развернулся, и он меня успел еще раз прыгнуть. А ты паукам пинетру накручивал, New Ride? Да, New Ride заценил, как он скелетов там это просто уничтожил всех. Там, кстати, 1500 урона он бьет, New Ride. 1500 урона. Кому-то интересно. Мы уже затестили там 1000, 1500.
На, нахуй. Чисто лайт атака 100. Силовая 1000. Блять. Подождал несколько секунд. Открыл.